половина пятого. Добрый вечер. С новостями Эльвира Нейманбаева и Виктория Антонишина. А в горах Алматы в бассейне реки Киши сошли две снежные лавины. Жертвы и разрушений нет. Снежная масса не дошла до дороги, сообщает КАЗ «Селезащита». Это произошло 20 ноября. Тем не менее, специалисты ЧС советуют жителям и гостям Алматы и в эти выходные отказаться от дальних поездок и походов на высокогорные участки. Опасность хода лавин сохраняется. Это связано с продолжающимися осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова, сообщает в комитете по ЧС. Отмечу, что ранее ДЧС города посредством СМС-сообщение предупреждало о возможном сходе лавин. 21 человек погиб в результате пожара на угольной шахте в провинции Хэйлунцзянь на северо-востоке Китая. Ранее сообщалось, что в ловушке под землей оказались 22 горняка. Позже спасатели обнаружили тела всех, кроме одного, а его поиски продолжаются. В момент происшествия под землей находились 38 человек, 16 удалось спастись. Добавлю, китайские шахты считаются одними из самых опасных в мире. Ежегодно там гибнут тысячи шахтеров. На проходящем Куала-Лумпуре саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии усилили меры безопасности. В спецслужбы поступила информация о готовящихся терактах. За порядком на форуме сейчас следят свыше 7 тысяч полицейских. Под усиленный контроль взяли все места массового скопления людей, гостиницы, автовокзалы и торговые центры. В работе 27-го саммита АСЕАН участвуют руководители государств Юго-Восточной Азии, Китая, Японии, Южной Кореи, а также президент США Барак Обама. В Греции арестованы 12 человек за изготовление фальшивых справок для мигрантов. В преступной группе было 9 пакистанцев и 3 гражданина Греции. При задержании у них изъяли более полусотни поддельных бланков и печать. По данным полиции, злоумышленники снабжали фальшивыми документами иностранцев. Кроме того, в Афинах во время рейда по подозрению в террористической деятельности задержаны 4 человека. Власти отметили, что арестованные с терактами в Париже не связаны. У нас есть все нужные документы. У меня и моей семьи взяли отпечатки пальцев и выдали необходимые бумаги. Все это подготовили нам здесь, на Лесбосе. На юго-востоке Бразилии небывалая засуха. Отдельные районы столкнулись с сильной нехваткой воды. Растет и ее стоимость. По данным синоптиков, в прошлом месяце выпало осадков заметно меньше нормы. Страна переживает самый засушливый период за последние 80 лет. Эксперты считают, что причиной этого климатические изменения. Дожди уже не идут, как раньше. Изменились их частота, интенсивность и даже место выпадения осадков. Правительству следует придать особое значение этим изменениям. Мы не можем предсказать, что будет дальше, но климат меняется, и последствия этого все тяжелее. Новая реабилитационная клиника в Актобе – номинант на премию «Алтын Сапа». В центре заново учат ходить после инсультов и тяжелых травм позвоночника. Работает клиника на основе государственно-частного партнерства. Лечиться туда приезжают со всех уголков страны. Для 60-летнего Бакета Бекетаова это уже второй курс реабилитации. Медики констатируют, силы в левой ноге пациента постепенно возвращаются, хотя инсульт полностью поразил левую сторону его тела. Уникальный роботизированный аппарат учит заново ходить, как взрослых, так и детей. Я не первый раз прохожу лечение в клинике. Мне очень нравится. Раньше было трудно ходить. Сейчас сам чувствую улучшение. После тренировок на аппарате сам хожу. Правда, пока с тростью. Установка швейцарского производства помогает возвращаться тяжелобольным к полноценной жизни. Время и частоту курсов подбирают индивидуально. Аналогичный подход и к пациентам отделения травматологии. Современные аппараты позволяют разработать конечности после переломов. Изначально пациент попадает к врачу. Пациент проходит у врача миофасциальную диагностику, обязательно осмотр всех суставов позвоночника, выдается диагноз врачом ЛФК, и по диагнозу расписывается индивидуальная программа пациента. Инструктора работают исключительно по заданной программе. Никаких свободных движений, свободных упражнений в зале нет. Реабилитационный центр открыт в Актобе 2 года назад. За это время только в стационаре лечение получили 8 тысяч человек. Клиника работает по 3 основным направлениям. Это кардио- и нейрореабилитация, а также восстановление пациентов после травм и операций. Мы молодое предприятие, делающее первые шаги в сфере реабилитации в Казахстане. Решили участвовать в данном
конкурсе «Алтын Сапа». И надеемся на то, что нас заметят, оценят наши труды, нашу работу, которую мы ежедневно, ежечасно выполняем на благо здоровья нашего Казахстана. Частный центр предоставляет услуги по госзаказу. Инновационные медицинские аппараты и более 300 лучших врачей помогают вернуть вкус жизни тем, кого раньше считали тяжелыми и безнадежными пациентами. Елена Устимович, Болотмолда Галеев, Актобе, 24 КИЗ. На недавнем заседании правительства глава государства поставил перед Кабмином новые задачи. Одним из направлений по-прежнему остается индустриально-инновационное развитие страны. Акцент сделан на привлечении иностранного капитала, развитии перспективных проектов и реанимацию простаивающих предприятий. Марина Золотарева изучила эти показатели в Карагандинской области. Комплекс по производству сухого кобыльего молока – один из громких проектов этого года. Современные технологии, новые подходы, продукция претендует на звание казахстанского бренда. Здесь планируют выпускать 10 тысяч тонн порошка в год. Всего в Карагандинском регионе в текущем году в рамках карты индустриализации открылись 6 новых предприятий. Это более 300 рабочих мест. Растет роль проектов, запущенных в рамках программы индустриализации. На сегодняшний день из 61 действующего предприятия 57 предприятий работают в соответствии с установленной плановой мощностью. В этом году данными предприятиями было выпущено продукции на 70 миллиардов тенге, что составляет порядка 7,5% от общего объема обрабатывающей промышленности области. Вторую жизнь получил завод по производству кремния, который простаивал несколько лет. Для спасения предприятия была разработана программа реабилитации. В этом году запущена вторая рудотермическая печь. Она позволит увеличить выпуск продукции на 12,5 тонн в год и выйти на производственную мощность. На сегодняшний день вопрос со сбытом у нас не стоит. Значит, вся продукция законтрактована. Уходит она в Европу, в Соединенные Штаты Америки, частично в Российскую Федерацию. В промышленность региона в этом году инвестировано почти 160 миллиардов тенге, в том числе и иностранный капитал. На территории специальной экономической зоны с участием крупной австрийской компании строится завод по производству огнеупорных материалов. Предприятие по выпуску предизолированных труб уже построено на средства южнокорейских инвесторов. В рамках казахстанско-китайского партнерства в регионе откроются заводы комплексных сплавов и комплексной переработки угля. Новые производства дадут более 5000 рабочих мест. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асет Асаинов, Карагандинская область, 24 КИЗ. К другим темам. В Токио проходит 11-й абсолютный чемпионат мира по киокушинкай карате. Соревнование проводится в японской столице раз в 4 года. Это самое ожидаемое событие в данном виде спорта. 192 каратиста из 48 стран сражаются за титул чемпиона в абсолютной весовой категории. Сборную Казахстана представляет 19 спортсменов. Первый турнирный день прошло 64 поединка, а два из них с участием наших каратистов. Данияр Алимусинов и Ербулат Канапин уступили своим соперникам. И вот как прокомментировали эти бои сами спортсмены и вице-президент Казахстанской федерации киокушинкай карате. Конечно, они сошли сегодня, к сожалению, с турнира, но тем не менее, я думаю, что даже получить лицензию на вот этот абсолютный чемпионат мира не каждому удается. Данияр и Ербулат являются чемпионами Азии, также неоднократным чемпионом Казахстана. Сегодня проиграл, но в дальнейшем буду стараться, буду тренироваться, буду расти. На этом не заканчивается, соревнования еще впереди. Чемпион мира среди мужчин определится сегодня, а в понедельник пройдут соревнования среди ветеранов, а также среди молодых спортсменов. Особые надежды возлагают на Алимгуль Сабырхан, обладательницу титула вице-чемпионки мира среди женщин. Спортивное общество «Динамо» празднует 90-летие. Оно было создано в 1925 году в городе Семей. Сегодня в Астане поздравить ветеранов спорта собрались сотрудники правоохранительных органов, мажилисмены, а также выпускники организации. За эти годы «Динамо» воспитало плеяду известных спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира. Казах спортна «Динамоны». Для каждого из нас это общество сделало очень многое. Я поздравляю всех динамовцев с юбилеем. Многие выпускники сегодня представляют нашу страну на мировой арене, а те, кто уже ушел из спорта, по-прежнему связывают свою жизнь с «Динамо». Сегодня они тренируют молодежь. Среди наших известных динамовцев очень много именитых спортсменов. Один из них – двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин. Вообще, раньше было много спортивных объединений – «Буревестник», «Кайрат», «Локомотив». А сейчас остался только ЦСКА и «Динамо». Поэтому этот юбилей для нас очень важен. На этом пока все. До встречи.